Вопрос был, когда Сергей Георгиевич приедет в город Краснодар. Но в этом году точно нет. Вот. Значит, а для меня, вы знаете, приезды, они, наверное, больше, по крайней мере, вот на первые годы работы, они больше сопряжены с какими-то деловыми поездками, а не с, ну, так скажем, с юбилеями или там какими-то торжествами. Ну вот пару раз приглашали на торжественные события. Ну, честно говоря, хочется, так сказать, приехать уже там, чтобы мы какие-то деловые вопросы решили, полезные для Братска, для горожан. Вот. Поэтому вот наберем перечень тех дел, которые нужно исправить в Братске нашими решениями. И в следующем году